Привет, YouTube, привет, друзья мои. Многие из вас спрашивают вот про эту куртку. Сейчас я вам ее покажу, сделаю небольшой видеообзорчик. Так, значит, монтажик положим. Куртка у меня кировского производства. Многие зарубежные подписчики путают ее с горкой. Это не горка, это ветровка. Кировский завод Тайф называется куртка. Город Киров, улица Базовая, 1. Кому нужно будет, дам номера телефонов. Куртка называется Штормовка. Назвал я ее где-то ветровкой. Называется она Штормовка. Вот такая куртка. Беру на размер ее побольше. Очень легкая. Единственный, наверное, недостаток, то что она на таких вот кнопках. Возможно, они со временем разболтаются. Да, и карманы еще на липучке. Ну, в принципе, липучка хорошая. Нет, неплохо. Можно поменять, если надоест. Не будет застегиваться. Сзади резиночка. Куртка длинная. Штормовка называется. Материал не знаю какой. Но думаю, что не синтетика. Думаю, что нормальный материал. Для охоты очень подходит. Это у меня штаны ХСН. Энцефалитка. С такими вот они клапанами. Здесь карманчики. На молнии. Потом позднее сделаю обзор на этот костюм. Очень хороший костюм. Пользуюсь им первый год, но проявился с положительной стороны. Вот такая курточка. Капюшон у нее на шнурочках. Простая, но надежная. Покупал я ее в Кирове в магазине Арсенал, на базе Арсенал. На у старого моста находится. Не знаю, как там улица называется. У старого моста. Второй этаж. Отдел охота рыбалка. Купил я ее за 500 или за 600 рублей, уже не помню. Но цена была просто смешная. Купил ее нынче. У меня была такая куртка. Пользовался ей очень давно, но она у меня вся порвалась. Поэтому решил поменять. Очень легкая, очень удобная. Здесь резиночки на рукавах. На рукавах тут резиночки. В общем, очень удобная куртка. Да, 5 карманов у куртки. Раз, два, три, четыре. Карманы большие, вместительные. И вот 5-й карман. Сюда я складываю свои охотничьи бумаги, в общем. Путевки, разрешение, охотничьи билеты. Сюда вот у меня все входит. Очень хорошо, очень удобно. Такая вот курточка. Так вот она сзади сидит. На размер она побольше мне. Чтобы можно было поддевать куртку, кофту теплую. Ничего не мешало, не стесняло движений. Монтажик так вот здоровско на нее садится. Скидывать ружье очень удобно, ничего не мешается, очень удобно. Рукава широкие. Такая вот куртка. В общем, удовлетворил я вашу просьбу рассказать о ней. Позднее будет обзор на ХСН, на энцефалитку. Давайте, всем удачи, всем пока. Оставайтесь, подписывайтесь на мой канал. С вами был Серега.